Добрый день, друзья! Сегодняшний выпуск поможет проверить, насколько хорошо вы знаете столицы государств. Назовите столицу Исландии. Июня 1944 года Исландия была провозглашена независимой республикой. С этого момента город Рейкьявик является ее столицей. Назовите столицу Пакистана. Город Исламабад построен в 1960-х годах как специально спланированная столица Пакистана. В настоящее время он является 9-м по величине городом этого государства с населением около 1 миллиона человек. Назовите столицу Словакии. С 1993 года Братислава является столицей независимой Словакии. Город непосредственно граничит с Австрией и Венгрией, являясь единственной в мире столицей, граничащей с двумя иностранными государствами. Назовите столицу Зимбабве. Хараре является столицей и крупнейшим городом Зимбабве. Современное название он получил в 1982 году. До этого времени город назывался Солсбери. Назовите столицу Бельгии. Столицей Бельгии является город Брюссель. В нем проживает около 180 тысяч человек. Назовите столицу Ливана. Город Бейрут является столицей Ливана, а также крупнейшим и главным морским портом страны. Точное население неизвестно, так как с 1932 года в Бейруте не проводилась перепись. Назовите столицу Хорватии. С 1991 года Загреб является столицей независимой Хорватии. Назовите столицу Перу. Город Лима расположен на побережье Тихого океана и с 1821 года является столицей Республики Перу. Назовите столицу Гамбии. Занимая площадь всего 12 квадратных километров, Банджул является столицей Республики Гамбия, государства полуанклава в Западной Африке. Назовите столицу Кубы. Куба представляет собой островное государство в северной части Карибского моря. Гавана является столицей и крупнейшим городом. Назовите столицу Норвегии. Осло является столицей и самым крупным городом Норвегии. За свою почти тысячелетнюю историю он несколько раз был переименован, и лишь в 1924 году городу вернули его современное название. Назовите столицу Ботсваны. Город Габороне стал столицей Ботсваны в 1969 году. В настоящее время он является одним из самых динамично развивающихся городов Африки. Назовите столицу Австралии. Вопреки распространенному мнению, самый большой и самый старый город Австралии Сидней не является ее столицей. Столицей Австралии является относительно небольшой город Канберра с населением около 400 тысяч человек. Назовите столицу Омана.
Оман расположен на юго-востоке Аравийского полуострова. Его столицей является город Маскат. Назовите столицу Эквадора. Столица Эквадора является город Кито. Он находится в 24 километрах к югу от экватора и является вторым по численности населения городом в Эквадоре. Назовите столицу Румынии. Бухарест является столицей Румынии, а также важнейшим экономическим и культурным центром страны. В городе и его пригородах проживает почти 2 миллиона человек. Назовите столицу Никарагуа. Государство Никарагуа расположено в Центральной Америке. Его столицей является город Манагуа с населением более 1 миллиона человек. Назовите столицу Албании. Албания расположена в западной части Балканского полуострова. Город Тирана является ее столицей с 1920 года. Назовите столицу Мьянмы. Столица Мьянмы была перенесена из Янгона в Нейпидо 6 ноября 2005 года. Сам город находится в 320 километрах к северу от бывшей столицы. Назовите столицу Белиза. Государство Белиз расположено в Центральной Америке. Его столицей с 1970 года является город Бельмопан с населением около 13 тысяч человек. Назовите столицу Бутана. Столицей с 1955 года является город Тхимпху. Назовите столицу Сомали. Столица Могадишо является крупнейшим городом и главным портом Сомали. Само государство расположено на восточном побережье Африки. Назовите столицу Чили. Сантьяго является столицей Чили и одним из крупнейших городов Южной Америки. Его население составляет почти 5,5 миллионов человек. Назовите столицу Мальты. Республика Мальта – это крошечное островное государство в Средиземном море. Его площадь составляет всего 316 квадратных километров. Столицей является город Валетта. Назовите столицу Анголы. Ангола расположена в Южной Африке и является бывшей португальской колонией, получившей независимость в 1975 году. Город Луанда – столица и крупнейший политический, культурный и финансово-промышленный центр страны. Давайте подводить итоги. Оценить знания столиц вы можете по следующей таблице. Друзья, обязательно поставьте свою оценку и напишите комментарий. Ваша активность очень помогает каналу в развитии. Большое спасибо!